На протяжении недели директора проводили открытые уроки, решали управленческие проблемы, демонстрировали умение справляться с конфликтными ситуациями между детьми, а также анализировали образовательные задачи. Кроме того, по словам Елены Конищевой, конкурс стал отличной возможностью завести новые знакомства и наладить контакты. После конкурсных испытаний, конечно, было возможно всем директорам прежде всего познакомиться, обменяться своими педагогическими идеями. Многие из нас заключили договора о сетевом взаимодействии. Елена Конищева возглавила 5-ю гимназию почти 4 года назад. За это время образовательное учреждение заметно изменилось. Сегодня там множество факультативов и спортивных кружков. В гимназии работают 55 педагогов, 16 из них имеют почетные звания и награды. Коллектив гордится победой своего руководителя. Мы очень гордимся победой Елены Владимировны. Креативный, молодой, инициативный, двигающийся в ногу со временем человек, за которым нам хочется идти. Мы надеемся, что мы не подведем. Первыми поздравили ученики и педагоги, а накануне гимназию номер 5 посетил мэр Алексей Копайгородский. По его словам, для города большая гордость, что именно здесь работает лучший директор края. Он отметил высокий профессионализм Конищевой и пожелал ей стать лучшей на федеральном этапе конкурса.